магазин «Планета Баскетбол», спортивный портал «Овертайм Лайф» и торговый центр «Сила воли» представляют горячую десятку лучших моментов чемпионата Екатеринбурга по баскетболу за январь. Смотри, не обожгись. На 10-м месте Максим Никандров, Евраз Юком. Кстати, это он только что улетел куда-то. И, как говорили в популярном мультике, обещал вернуться. А вот и он. Бам! Максон получает мяч в отрыв и заколачивает сверху. Красава. На 9-м месте еще один представитель банды Евраз Юком. Рома Шурыгин с мячом. Сбалтывает оппонента, оставляя его за бортом и забивает в проходе. Сопротивление оказывать бесполезно. Да, это железно. На 8-м месте Денис Кузнецов, Уралмаш ветераны. Как сказал однажды Стив Нэш, передача делает счастливыми сразу двух людей на площадке. Фух, хорош. На 7-м месте Алексей Батурин, Евраз Юком. Давай иди к папочке. На! Сынок, ты не игрок. Я накрою каждый твой бросок. На 6-м месте Виталий Колощук, новый уровень. Его уважают партнеры и боятся соперник. Бум! Храбрый воин, как Чингачгук, принадлежит баскетбольному типу благородных данков. На 5-м месте Арсений Завьялов, Ургупс. Игрок района нарвался на лютый блокшот в попытках набрать 2 очка. Лучше бы скинул Силкину на 3-шку. Было бы больше шансов. На 4-м месте результат командной работы Евраз Юком. Сначала даблстеп доказывает, что он лучший шотблокер лиги, а далее начинается шоу летающих баскетболистов. Тики-така от Евраза! Хороший ноу-лук от Серова на Леху Батурина и завершает воздушная комбо Максим Никандров. На 3-м месте Федор Аверьянов, Уралмаш ветераны. Федя забирает подбор, несется словно поезд по прямой и мощно втыкает сверху. Мистер неудержимый. Кстати, тут у нас 2-1, ловите еще один момент от Феди. Смотрите, как он запросто обходит защитника и проверяет кольцо на прочность. Бэм! Федор по-прежнему остается самым опасным и доминирующим игроком Суперлиги. На 2-м месте Сергей Доманов, Евраз Юком. Максим Никандров пасует на Серова, который тут же возвращает мяч обратно, исполнив четкую передачу за спиной. Лейап в трафике, мяч в корзине. Зацените повтор, насколько великолепно сыгран. Отменный игровой момент. Ну и на 1-м месте нашего топа Алексей Иванов, тогда еще выступавший за команду район. Иван же Тлухин из Ургупса получает мяч, легко обыгрывает своего оппонента, но в момент броска его жестко накрывает Алексей Иванов. Ванька замертво падает на паркет, а в это время Леха контратакует и вместе с напарником приносит 2 очка своей команде. Все, что нужно для хорошей игры, есть в магазине «Планета Баскетбол», который находится в торговом центре «Сила воли». Кстати, сейчас там у них хорошие скидки. basket-ekb.com. Люби эту игру!